любимый город-герой, душа России. Здесь зародилось наше единство будущей России, когда князь Владимир на древнерусской ладье совершил поход, покорил Херсонес и увез это единство, веру христианскую православно объединившую все восточных славян. И вот сегодня мы совершили это дальнее путешествие через все города России, чтобы взять от всех городов России всю их любовь к вам, крымчанам, севастопольцам, и передать низкий поклон за вашу верность, храбрость и мужество, за то, что мы будем всегда с вами. И наша ладья дойдет до берегов Сербии, но сейчас мы хотим подарить городу-герою Севастополю и его главному воеводе Сергею Ивановичу Миняева меч князя Владимира, чтобы держать этот меч крепко, потому что Севастополь — это южный меч России, непобедимый. И мы вошли в Крым в день русского языка, чтобы русский язык никто никогда не отменил, чтобы он всегда был самым нашим любимым, и мы на нем всегда говорили: с праздником! И передаю поклон от города-героя Волгограда. Зачитаю. Дорогие друзья, дорогие братья, наши сестры-севастопольцы, от вашего города, от города-героя Волгограда, Сталинграда, вашего города-побратима, городу-герою Севастополю, его славным жителям, волгоградские мастера изготовили вот такой ценнейший подарок – сервиз иконостас «Царицынская Троица», который обрамлен иконами святого князя Владимира, духовного покровителя города Севастополя, и святого князя Александра Невского, духовного покровителя города Волгограда. Это знак нашего духовного единения, которое никто, никакие силы никогда не смогут разорвать. Внутрь этого сервиза иконостаса помещены кисет с землей Мамаева кургана, святая вода из храмов города Сталинграда, Волгограда и святая вода из храмов города. Дабы слава тебе, Господи, что так все свершилось. Мы дошли, мы здесь, и вот этот великий, прекрасный русский севастопольский народ встречает нас. Спасибо вам, друзья, и примите этот подарок всем вам, и пусть он хранится во веки вечные на этой земле, на которой царит благополучие, любовь, мир и процветание. С праздником, Севастополь! И от простых людей была подарена вот эта картина «Надежда», которая от Анны Телегиной, хрупкой художницы волгоградской, которая символизирует парусник великий российский, Крым и Севастополь, который вернулся в родную гавань. Ура! Спасибо большое. Меч — это символично, обещаю. Защищать обиженных, восстанавливать справедливость и наказывать всех врагов. Спасибо большое! Ура! Поздравляет сводный детский хор Российской Федерации! Руководитель и дирижер Андрей Герасименко! Музыка Мурадели, слова Градова. Легендарный Севастополь, солист Валера Козловский, город Москва. Микрофон солисту дайте, пожалуйста.